«Киев Интерактив» с Светланой Василенко. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ дев'яносто Привіт тим, хто з нами на Ютуб каналі Київ дев'яносто Знаєте, на Ютуб каналі ви можете дивитися відео, будь-який зручний для вас час. А для цього вам треба підписатися на наш канал, і ви бачите, там є дзвоничок. Тиснете на нього. І вся свіжа інформація, свіже відео, яке щойно виходить у нашому ефірі. Прямі ефіри, які запрограмовані, прямі ефіри, які розпочалися, будуть відразу на вашому смертні. Фоні або на вашому лептопі ви зможете їх подивитися в ефірі Київ 98FM, наш Київ інтерактів з понеділка до п'ятниці, з 13.15. Власне сьогодні я оголошую сезон підготовки до новорічних корпоративів. Відкритим, а все тому, що у мене сьогодні сертифікований тренер тренажерної зали, людина, яка більшу частину свого життя або професійно, або е, близько до професійного е, займається спортом. Артем Гриненко, людина, яка тренувала у тому числі і мене. Так що е, частина моєї форми належить йому. Привіт, тобі Артема. Привіт. Власне, сьогодні я хочу, щоб ми з тобою поговорили більше про новачків, про тих людей, які, я думаю, найближчими днями і вони вже почали ходити до тренажерної зали в надії влізти в 36-й, 38-й, Дай Боже, 40-й розмір на свій новорічний корпоратив. Приходять вже, вже почався цей сезон підготуватися до Нового року. Так, да, вже з'являються нові люди в залі і. И... Ну, в связи с некими ограничениями их меньше, нежели до карантина, но все же они приходят, они приходят мотивированные, они хотят, они требуют, в общем, люди есть. Мне сподобалася фраза «они требуют». Кому станет в нагоде тренажерная зала? Потому что, знаешь, люди делятся на две категории. тих, кто идет на групповые занятия, и те, кто идут до тренажерную зали. Тренажерная зала, она для кого? Абсолютно для всех. К сожалению, есть такой стереотип, что если ты идешь в тренажерный зал, это большой вес, это железо, это брутальность, это тренер на тебя нагрузит огромную штангу, давай садись. Нет, это исключено. Для всех, абсолютно для всех: девочки, мальчики, тех, кто когда-то занимался спортом, у кого ноль подготовки, даже приходят те люди, которые после операций требуют реабилитации: колени, спина. Есть же люди, которые приходят по направлению врача. Поэтому тренажерный зал абсолютно для всех. Єдине, що напевно тренажерна зала не для геть-геть-геть новачків самостійно, так? Самостоятельно, звісно, тому що є очень много нюансів, которые можуть, скажімо так, плохо сказаться на твоєму здоровье, на физическом здоровье, здоров'ї, чего чого ти ли захочеш туди вернуться. Тобто, виходить, що якщо людина приймає рішення йти до тренажерної зали, вона також повинна. взяти персонального тренера? Обязательно. Обязательно. Почему? Потому что а, простой пример – это молодежь. Это молодежь, которая смотрит видео в том же Ютубе, в интернете. Они мотивируются. Они хотят идти в зал. Желательно, чтобы за три недели он был такой же огромен, как тот парень с видео. Это желательно. <laughs> вот. Он приходит в тренажерный зал. Первое, что нужно сделать, это побольше веса ничего не зная о технике упражнения, ничего не зная для чего это нужно упражнение, но нужно побольше веса. Мне через три недели ехать на море. Мне нужно. Ну сделать... три ты уже за богатую. Я ну, знаю, да, ты кто да, за тыжды не да, ходил да. в класс Были. Из личного опыта скажу, что были. Были, предлагали... но тобто, не жарты, не какая-то там фишка с интернета. Предлагали даже, скажем, больше сумму, нежели требует зал ага. мне как тренеру, чтобы за две недели я из нее такой вот в теле сделал э, красавицу э, фитнес-бикини для того, чтобы она с мужем поехала, влезла в купальник, поехала на море. А вот скажи теперь зараз, фитнес-бикини, эти девчата, которые выступают, сколько они готовятся до тренировок? Ну, чтобы развеять зараз мифы про тиждень и три <laughs> за нет, до нет, это подготовка может длиться и до года. То есть это, ну, до года, то есть это не все так просто, что ты пришла, так, сейчас я вот подкачаюсь, немножко подскину водички, подскину жирка, и все, я идеально пошла на сцену. Нет, так не работает, то есть это продолжительность времени, первое соревнование, если мы берем фитнес-бикини, это, как говорится, первый блин комом, то есть это нужно очень длительное время набить мозоли, и тогда ты можешь показать какой-то результат. Знаєш, дівчата чомусь упевнені, що навіть якщо займатися з тренером у тренажерній залі, то обов'язково будуть закачені біцепси, м'язова спина, не худі ноги Розвій, міф Чи навпаки підтвердює, що якщо ти хочеш бути тоненькою дзвінкою, як топ-модель, то тренажерна зала взагалі не твій формат. це uh, да, uh, дівчки, у них дуже багато пожелань. И претензий почему потому что приходят они с задачей какой мне подкачать немножко вот здесь сзади но руки спину плечи мы не трогаем а ты смотришь на ее спину а спина у нее скажем такая горбатенька она ее вообще не держит то есть нет осанки и ей только нужна попа ты человеку объясняешь что послушай нужно и поработать над спиной потому что спина это очень важно это очень важно. Вот, на что она говорит, что я не буду делать эти упражнения, потому что у меня вырастет бицепс здоровенный, у меня будут очень большие руки, очень большая спина, плечи, я буду похожа на какого-то мужика. Нет, это все неправда, это все полная чушь. Это... Я не знаю, сколько времени нужно работать над этим, чтобы у тебя появились огромные бицепсы, ну, если мы берем девочку. Что нужно принимать, чтобы они появились, потому что... У девочки организм немножко работает по-другому. Немножко другие гормоны, немножко другая специализация. Вот. Поэтому это все полная чушь, что вы там поднимете два раза гантельку, у вас вырастет бицепс. Нет, неправда. Ну, дивися, дівчата приходять і кажуть, мені, бо це попу і ноги худіші. Взагалі, я чесно кажучи, не дуже розумію, як при великій попі можуть бути худі ноги, але то, то їх, їхні теми, які вони люблять. Але плечі, руки ми і спину не чіпаємо. З якими запитами приходять чоловіки? Ми попу не качаємо, а качаємо тільки руки. Е, ну, У мужчин теж там особий случай. є дуже така тонка. Каста э, мужчин, это когда приходят или обращаются расписать им программу, это Артём, мне нужно накачать только грудные мышцы и бицепс. Mm -hmm. Я что? Э, бицепс и грудные мышцы, то есть это походка такого бульдога на пляже с большими бицепсами, до да, несящего арбузы, и все. То есть человек не настроен качать плечи, спина, хотя, ну, как по мне, как я тренер, я так вижу, как говорится, красивая спина, красивая осанка. Если ты пришел с целью накачаться, то это больше ценится, то есть широкая спина красивая, расправленные плечи, осанка. Ты будешь намного выглядеть, скажем так, эстетичней, нежели ты, ты, просто покачаешь бицепс и будешь на пляже делать одни фотографии со своим бицепсом из коктейля. Вот. Поэтому, я же говорю, мужчины тоже очень требовательные, то есть очень много запросов. Бывает даже такое, что похуже, чем у девочек, поэтому... есть речі, Така категорія людей, яка каже: А чому ти ходиш до спортзалу, тобі ж не треба скидати вагу. Чи правда що тренажерна зала це місце, де можна скинути вагу? Так, да, Ну, Якщо ми беремо заняття з тренером, ви приходите к спеціалісту, ставите перед ним задачу: мені потрібно, конечно, не за три недели, мне нужно за якийсь період скинути вот столько. -то. Тренер же индивидуально каждому ищет подход. Тренер прописывает питание, план питания, прописывает индивидуальную программу тренировок, следит за этим, и тогда мы приходим к этой цели. То есть тренажерный зал не только для того, чтобы качаться, быть большим, огромным, нет, там можно как и похудеть, так и накачаться, так и пройти реабилитацию. То есть люди, которые не могут набрать вагу Вони можуть прийти до тренажерної зали і правильно підібрані вправи і харчування можуть дати їм можливість важити більше або мати кращі об'єми, так? Так, да, совершенно вірно. Ну е, набрати, набрати віс можна ще лежа на дивані. Ні, ну є люди, знаєш, як категорія певна людей, які навіть лежачи на дивані, для них проблема набрати є, зайвий кілограм. є, є такое, да. вот. і тренер. Ну, обязан с этим справиться. Он пропишет, конечно же, план питания. Мы подберем такие тренировки, которые подходят именно тебе. Потому что, как правило, каждый человек приходит не только со своими желаниями, но и со своими проблемами. И тут тоже нужно очень тонко подобрать ряд упражнений механически настроить, чтобы это работало правильно для каждого клиента индивидуально. С какого віку можно идти до тренажерної залы? Я знаю, зараз активно подлитки выгоняют, спортом заниматься, хотя бы трохи. Эм, да, в принципе, ну чисто у меня есть клиенты по 14 лет, 13-14 лет, но это только с тренером, угу. вот. Но если идти самому, скажем так, то 16. 16 лет, я думаю, что можно уже приходить в тренажерный зал и что-то пробовать. Но все же лучше всегда начать с тренера. Неважно, сколько тебе лет, 30 или 16, лучше взять тренера, специалиста, который тебе все покажет, расскажет и, скажем так, наставит на истинный путь. Якось я чула анекдот, де дівчина каже: Я три місяці тому записалася до спортзали і досі не схудла. Треба фізично туди сходити і запитати, чому це не працює скільки разів на тиждень? Не на місяць треба ходити до тренажерної зали і працювати там, щоб був результат. Тому що я думаю, що і в тебе були клієнти, які приходячи раз там в якийсь період часу, потім стверджували, ну щось об'єми не спадають. Так, да, на жаль, такі були. Е, желательно золота середина три рази в неділю через день. То есть это будет достаточно для, скажем так, новичка и для того, кто занимается уже какое-то количество времени. Три раза в неделю, в принципе, это будет достаточно. Понедельник, всегда пятница, возьмем так в среднем и выходные для того чтобы отдохнуть восстановиться в принципе нормально но есть же такие что ходят и по четыре раза в неделю и пять раз в неделю вот у меня есть парень который ходит пять раз в неделю мы подобрали ему такую нагрузку, что вот за эти пять дней он как бы не перерабатывает так, чтобы он там через две недели пришел ко мне и сказал «Так, Артем, надоело? Давай перейдем на два раза в неделю». То есть, в принципе, ну это тоже, это тонкости, которые тренер должен чувствовать, видеть, и... но три раза в неделю в принципе это достаточно. Оскільки ми сьогодні торкаємося більше новачків, які збираються до спортзалу або щойно прийшли, я знаю, що дуже багато новачків не приходять другий раз через крипатуру, яка наганяє їх буквально через день після тренування. Крипатура після тренування це нормально чи неправильно? Це нормально. Это зачастую, я не знаю, 90%, 100% людей, она есть, она будет, даже не у новичков. Я как занимаюсь уже какой-то период времени, ты все равно меняешь какую-то нагрузку, меняешь какие-то упражнения, механику упражнений, и все равно ты просыпаешься и чувствуешь эту крипатуру. Но это приятная крипатура. То есть это приятная крепатура. Это для Если... тебя она приятная? для людины которая никогда не тренировалась, а и потом решила речку за три дня. Поверь мне, вот. я думаю, что там такая крепатура. Вот эта ошибка, это уже боль в мышцах, боль, это болят связки, это воспаляются связки, суставы, это ненормально. Почему? Потому что действительно человек приходит мотивирован, посмотрел, ага, сейчас я тут три дня, я буду готов. И он за три дня решил выполнить всю программу, которая дается там на год, допустим, человеку. Он, скажет так, перетренировался, естественно, он проснется с... Это будет ужаснейшая боль, не только если мы берем мышцы, мышечные ткани, это будет ужасная боль и в связках, потому что они воспаляются, ну и также в суставах. Есть какие-то методы борьбы с крепатурой? Есть после тренировки, скажем, хорошо покушать. Хорошо покушать это не значит поехать на МакДрайв и закупиться какой-то менюшкой с Макдональдса. Хорошо покушать это значит принять белки, углеводы, жиры в нужном нам количестве. Если вы работаете тренер, тренер скажет, сколько нужно этого покушать. Желательно поспать потому что когда мы спим, у нас организм восстанавливается, это очень желательно. Вот, но если же, скажем, эта боль присутствует и никуда не уходит, можно принять ванну, теплый душ, ванну, максимально расслабиться, сходить, попариться в баню ту же. То есть это должно помочь. И что до есть? Чи треба кардинально змінювати своє харчування, якщо я, приміром, тричі на тиждень хожу до тренажерної залы Хороший вопрос. Я могу сказать, что нужно, но это всего лишь слова, потому что приходит человек на тренировку, который всю жизнь кушал вот так, как он хотел, то, что он видел, то, что и приготовили и купили, и тут какой-то тренер начинает навязывать ему, что это нельзя. Вот это что же приготовила? Это тоже нельзя, и вот это нельзя. И он как нельзя, если всю жизнь это ел. Тут тоже тренер должен понимать, понимать что э, в зависимости от целей клиента нужно подобрать питание. Потому что если ты человека сразу же ограничишь, скажем так, во всех вкусняхах, да, он недельку-две, он может не покушать их. Но все равно придет потом какой-то период времени, когда он сорвется. И просто наест это все, поэтому нужно постепенно это что-то убирать, начиная с сахара, начиная с каких-то булок. Это все постепенно убирается по чуть-чуть, понемножку. Вот, и потом человек сам видит, что э, улучшается э, самочувствие, улучшается кожа, улучшается ну вообще образ жизни. Вот, и он сам к этому приходит, ты просто его подталкиваешь в ту сторону. И ему это нравится, и он потом сам от этого отказывается. Есть топ-3 продукты, которые ты забороняешь своим пидопичным: Сахар. Сахар это в любом виде то есть это белый сахар, который мы добавляем чай и кофе, это сладкая вода. Все, что связано с сахаром, это первое. Второе это мучное. Это булки всеми любимые, вот, это батон, булки и все вот в этом роде, вкусные круассаны, uh -huh. вот, ну и третье, это скорее возьмем жареное, это жареное, это когда вот во фритюре что-то делается, мясо какое-то, я не знаю, та же картошка во фритюре, это когда наливают на сковороду очень много алии, оно все шкварчит, летит на стены, и мы это едим прямо же за хлеб. Ну, вот, вот еще один анекдот загадала. Вам не можно мучного мяса, а пельмени можно? <laughs> ну вот, пельмени тоже, к сожалению, тесто... Много нельзя. О, ось так, і зараз ти перекреслив меню, Дуже великої кількості наших да. слухачів Артем Гриненко сертифікований тренер тренажерної зали. Сьогодні у мого гостях у мене людина, яка спортом займається практично все своє життя і знає про той спорт все і ще трошки. До речі, знаєш, як жінки збираються до спортзалу? Ну от коли вони вперше вирішили, ніколи не цікавився. Я тобі зараз розкажу деякі моменти. Ну, іменно, як збираються, ні? Ну, от коли вони вперше вирішують піти до Ну, по виду, коли вони приходять, я їх віжу. Що ага. то в голові я як вони збираються. Знаєш, як це довго підбирається лук? Та в якому вигляді вони туди прийдуть? Це не один спортивний магазин, перелопачено, щоб все підходило під колір. А потім вони вибирають пляшечку. Для води це колір важливо. це дуже важливо А от чоловіки мені здається, що купили перше або знайшли у шафі перше, що вирішили. Але чоловіки будуть заморочувати, а що вони в ту пляшечку нальють? протеїнчик а це це чи ще якісь моменти, які допоможуть їм зробити те, що вони хочуть. Оті добавки. Які активно рекламуються спортивними магазинами? Чи потрібні вони людині, яка не професійно займається фітнесом? Ну, в принципі сказать, что нужны или не нужны, я не могу так сказать. То есть это желание человека. Просто есть ряд людей, которые слышат о том же протеине или о каких-то таких добавках, и для них это сразу красный крестик над головой, химия. Угу я не буду это есть, я не буду это пить, это все химия, хотя протеин, ну, в переводе с английского, это белок, который мы кушаем с мясом, то, в принципе, он везде есть. Вот. Не знаю, почему так, кто эту глупость людям в голову внушил, но, к сожалению, это есть. Вот. Но, скажем так, для поддержания активности на тренировке, для восстановления после тренировки в принципе, можно купить себе какой-то там глютамин, аминокислоты, тот же протеин купить, есть протеин, если у кого-то там непереносимость лактозы, есть безлактозный, есть без сахара. А у тебя протеиновые батончики? Батончики тоже можно, но там есть такая загвоздочка, что очень много таких батончиков продаются в таких в супермаркетах обычных супермаркетах. Угу. И я как-то ходил, хотел себе купить, но приходишь, смотришь на этикетку «протеиновый батончик». О, мне подходит, беру. Но когда ты поворачиваешь этот батончик и смотришь на обратную сторону, сторону э, ты видишь, что там просто огромнейшее количество сахара, добавленного уже в шоколаде, он в злаках. Там очень много углеводов, очень много сахара и ты такой, блин, а действительно ли это протеиновый батончик? И ложишь его на место. Вот. Но, в принципе, если купить в специализированном магазине спортивного питания протеиновый батончик, как перекус, э, вполне будет прекрасно и хорошо. Ты сказал, перевернул и побачив, что много цукру. То есть, нужно смотреть, чтобы в протеиновом батончике не было цукру? Нет, он в любом случае будет. Он в любом случае будет, но, как правило, есть вообще без сахара. Желательно брати їх. Але це буде в будь-якому випадку буде присутствувати із того ж шоколада, з-за того ж, -то продуктів, якихось сладостей, які є внутрішніх якісь вимоги їсти там, за годину, півгодини до тренування, їсти через півгодини, годину, дві після тренування? Є, же. лично с моего примера я могу покушать за час до тренировки мне будет комфортно заниматься у меня все там будет нормально я себя буду нормально чувствовать кто-то покушает за час вот как у меня было недавно с клиентом ему стало плохо то есть в принципе за два полтора часа нужно покушать перед тренировкой ну желательно за два часа покушать перед тренировкой после тренировки в течение 30-40 минут можно кушать, говоря, что там час проходит, потом только. Нет. Нужно, скажем так, восстановить те силы, которые мы потратили на тренировке. Но покушать тоже. Это не значит, что пойти в кофейню после тренировки, купить себе круассан и покушать. Мне же тренер сказал покушать. Нет, это нужно прийти домой. Это какая-то отварная курочка, это рыбка, это какой-то салатик себе сделать и немножко гарнира. Скажем так, восполнить те силы, которые мы потратили. Пити, чи не час пить или не пить во время тренирования? Пить. Организм на тренировке работает, организм нагревается, организм э, потеет. Вместе с потом у нас выходит вода с организма, мы теряем э, жидкость, влагу. Вот, э, поэтому э, пить можно, пить нужно для того, чтобы э, это как машина, охладить машину. То есть нам нужно восполнить э, этот процесс и пить, конечно, конечно, нужно пить чистую воду. Да, чистая вода. Тепер до персонального тренування з'ясували, що ну для новачків я думаю, взагалі буде складно розібратися, що робити з усіма тими тренажерами, які знаходяться у залі. І дай Боже, щоб зрозуміли, як вимкнути бігову доріжку, ані хламають. Вони їх ламають. Mm, тут да. Теж варіант такий. А власне, як же вибрати того персонального тренера, коли людина приходить до тренажерної зали, їй там о, список усміхнених тренерів, які можуть запропонувати і тут, ну, за зовнішністю вибирати? Як? Ну, Більшість вибирають внешній від. Ну, просто от понравился По виду человек понравился пойду к нему люди на да то есть вот с виду вроде нормально не жулик пойду к нему вот да большинство людей смотрит на какие-то достижения в спорте то есть сколько человек занимался спортом какой опыт работы в тренажерном зале возможно есть какой-то какие-то клиенты которые выставляли себе в соцсети свои результаты, то есть это тоже люди просматривают. Ну, а некоторые приходят, ну, да, даже не приходят, а они позвонили на ресепшн, можно тренера, можно. Вот Артем есть тренер, подходит, подходит, просто по имени. Вот Артем подходит, подходит, а какой там Артем? Вообще, типа. Какие же правила, за какими правилами треба выбирать тренера? Эм, ну, я никогда его не выбирал. Как таковых правил нет. Ну, действительно нет. Потому что бывают еще такие ситуации, когда приходит худенький мальчик, который ходит накачаться в спортзал, и там стоит громадная машина, тренер, большой тренер. Бывают такие случаи, что он не идет к нему. Почему? Вроде бы он тоже хочет подкачаться. И как бы вот пример, иди к этому человеку. Но он стесняется. Он стесняется, ну это психология. Он стесняется, потому что вот он большой такой, а я вот такой вот худой пришел. Не к нему не пойду, пойду кому-то поменьше. И вот, да, поэтому, ну к сожалению, есть такие стеснения, есть такие стереотипы, что вот большой все значит злой, худой там все, значит, сейчас будут гонять меня, будем только бегать. Там, к девочке не пойду, но это же девочка, что там она меня научит. Нет, это все стереотипы, и, честно говоря, знаю девочек таких тренеров, не хотелось бы сюда попадать. <laughs> до речи, чи приходят до тебе с фотографиями людей, тела яких бы они хотели отримати собі? Нет, такого еще не б... Ну, чтобы вот прям с фотографией пришли, такого не было. Вот. Но когда приходят на себе, естественно, показывают, что вот здесь убрать, вот здесь добавить, вот здесь что-то А здесь еще. будем делать талию. Да, 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 вот здесь там подпилите, подрежьте. И ты объясняешь человеку: я не хирург, я не могу здесь убрать, а здесь оставить. Ну, как правило, это у девочек это э, грудь оставьте, чтобы не худела. Uh -huh. А вот ноги мы их похудеть должны. Ну, я же не отрежу, ваши ноги мы не похудеем. Организм худеет весь. Вот. Не бывает такого, что вот здесь худеет, вот здесь не худеет. Он в объемах сбрасывает везде по чуть-чуть. Что-то быстрее, да, я согласен, что-то медленнее. Поэтому с фотографиями не приходили, но на себе показывают, что хотят. Я думаю, що наші слухачі вже зрозуміли, що за тиждень, за три зробити фігуру мрії не вдасться, навіть з таким тренером як ти. Скажи, скільки в середньому, я думаю, що це запитання тобі ставлять твої клієнти регулярно. Скільки мені треба, щоб там схуднути, зробити ось це, що я хочу? Є якісь, ну хоча б приблизні терміни. Ну в залежності О цілі, скільки нам потрібно, але перший результат. которую мы можем увидеть, ну, месяц-два. То есть мы уже увидим какое-то движение, организм уже начнет перестраиваться, привыкать к нагрузкам, потому что, как правило, первый месяц организм привыкает. Вот. Думаю, что месяц-два мы что-то уже увидим. У меня вот летом пришла девочка на тренировки, и она буквально за два месяца 5-6 килограмм у нее улетело. То есть так вот себя организм повел, хотя никогда не занималась, вообще никогда спортом не занималась. Но два месяца, 5 килограмм, она раз и нету. И до сих пор ходит благодарна и вот дальше ставим цели, дальше туда двигаемся. Поэтому, эм, скажем так, месяц теряет 3 100% — процентову результат. Це 100%. — Існує такий міф, що люди, які професійно займалися спортом, коли приходять до тренажерної зали, їм треба набагато більше навантаження і жорсткіше навантаження, ніж людям, які не займалися. Ну тобто їх треба, як то кажуть, убити, щоб вони почали там, приміром, худнути, або щоб у них з'явилися ті м'язи, які їм потрібно. А новачкам їм треба набагато менше навантаження, і набагато менший часу. Нет, если человек когда-то занимался спортом, он по какой-то причине дал паузу, потом возвращается, ну, возьмем тренажерный зал, есть такое понятие мышечная память, да, и человеку особо там Естественно, нужно приложить какие-то усилия, да, э, завести, скажем так, эту машину, свой организм, э, чтобы выделялись определенные гормоны, чтобы э, центральная нервная система тоже поняла, что а, была пауза, сейчас мы работаем, все, включаемся, вспоминаем, что было. Вот. И наоборот, человеку, который когда-то занимался, ему легче будет, скажем, вернуть свою форму, нежели новичку. І на завершення нашої розмови, які б лайфхаки, оце об'єднуючи все те, що ми говорили, які б лайфхаки ти дав людині, яка сидить зараз у роздумах. Мені треба було б до тренажерної зали. Що, з чого починати, як вибрати, що робити? Нічого не нужно вибирати, нужно зібрати сумку, кросівки, спортивну форму, обов'язково воду, вибрати спортзал. поближе к дому, если кому-то... А почему ближе до дому, а Нет, не... я просто говорю, если кому-то лень ездить далеко, то поближе к дому можно найти, вот. И просто идти. Просто идти, идти, брать себе тренера и заниматься. Чем раньше начнешь, тем быстрее достигнешь поставленной цели. Потому что вот у нас возле спортзала дом стоит, там клиент мой, он сейчас пришел ко мне, но говорил, что Артем, я три года стоял на балконе, курил, пил кофе и смотрел, как люди ходят в спортзал и выходят со спортзала. И вот только через три года он пришел. Я говорю, а представьте, что за три года мы бы уже добились ваших бы целей, и у вас бы уже не было этого избыточного веса, не болела бы спина, и все было бы хорошо. То есть три года человек потерял. Поэтому сейчас же собираемся, бросаем все свои дела и идем заниматься спортом. До речі, якщо подивитися твій YouTube канал, інстаграм, то ти гур мотивації. Як ти мотивуєш людей не зупинятися? От знаєш, перша мотивація, я там прийду, я зараз почну всі рвати. Тиждень-два таких різких змін не відбувається, і людина ну, здувається. Що, як тренер, ну, це теж, тренер не тільки, вот... все, тренер. Тренер в дальнейшем стає твоїм психологом. твоим другом наставником братом для кого-то сестрой если нужно вот это все психология ты должен смотреть по человеку нравится ему не нравится обязательно общаться с человеком спрашивать нравится ли ему это не нравится если ему это не нравится поступить хитрее так чтобы то что не нравится переделать это упражнение так чтобы ему понравилось но это было все то же самое. Вот. А мотивировать, просто поддерживать, просто, скажем так, хорошее настроение на тренировке, и человек сам будет возвращаться к тебе и возвращаться. Вибирайте собі правильних тренерів, до яких захочеться повертатися, і тренажерна зала, в якій вам буде комфортно. Ну і звісно, якщо ви дівчинка, виберіть собі той одяг, у якому ви будете почуватися найкраще. Артем Гриненко, сертифікований тренер тренажерної зали. Сьогодні був у мене у гостях. І власне, якщо ви разом з нами на Києво інтерактів, ви приєднуєтеся щобудня з 13.15. Звати мене Світлана Василенко, почуємося, побачимося. Киев интерактив. С Светланой Василенко.